На этой неделе в Хакасии потеплеет, но при этом ожидается сильный ветер. В ближайшие два дня порывы будут достигать 20, а в горах 25 метров в секунду. В северных районах пройдет сильный снег. Ночью температура опустится ниже 25 градусов, днем около 18. На юге Хакасии теплее и осадков меньше. Ночью минус 13, днем всего 2 градуса ниже нуля. В Абакане, будет ветерок небольшой, завтра, послезавтра ожидаем небольшой снег. Но в дальнейшем без осадков преимущественно и похолодает.